Ирина Орленко работает сыроваром Джанкойского завода уже больше 10 лет. Каждый рабочий день она проверяет качество пастеризации молока. Это главный ингредиент в приготовлении козьего сыра. Команда технологов наладила производство деликатеса. Это новый сыроизготовитель закрытого типа. В панель управления вносится нужный рецепт. И далее сыр варится под контролем мастера. Вся сырная масса измельчается на куски прямо в аппарате. На данном этапе сейчас у нас происходит обсушка сырного зерна. Для того, чтобы сырное зерно приняло нужную форму, округлую, для этого у нас есть постановка зерна, когда зернышко об зернышко обтирается, да, и принимает нужную форму. После этого у нас скачивается сыворотка. После обсушки зерна начинается формование сырных головок. Далее продукт помещают в камеру хранения на 2 месяца для созревания. Из 1,5 тонн молока получается 150 килограммов сыра. Натуральный козий сыр – элитный продукт. Цена за 1 килограмм – 2000 рублей. В сентябре предприятие представило свою новинку на Московской международной выставке. Теперь в коллекции наград завода есть золотая медаль дегустационного конкурса «Продукт года». Признан лучшим по нескольким критериям. Первое – это органолептические показатели, такие как вкус, запах, внешний вид, консистенция. А также учитывались физико-химические и микробиологические анализы. Более 20 видов сыра сходят с конвейера ежедневно. Радомер, гауда, голландский, российский, пармезан, а также плавленные и рассольные сорта. Сейчас выпускают 400 тонн продукции в месяц. До конца этого года начнут изготавливать моцареллу. Это выпуск как с полутвердой моцареллой для приготовления пиццы, так и свежего сыра, который подходит для салатов, таких как итальянский капрезе. В ближайшем времени мы ждем эту новинку. Завод планирует увеличить экспорт кисломолочной продукции в города Южного федерального округа. Уже через месяц запустят линейку козьего копченого сыра, а также сыра из овечьего молока. Диана Бекмамбетова, Герай Абдуллаев, телеканал «Милет».